Так, в общем, мы приехали в деревню Дюнебах. Это наш дом на выходные. И нам сейчас мы прогуляемся немного по лесу, скорее всего. Потом осмотрим деревню. Она не такая большая, но он пик у этой, у церкви, я вижу, там он, так, как обычно, большой. Нам по ручью пройти. Погода, вот, кстати, вон там тучки, они постоянно ходят. То проливает дождь, то нет. В общем, повсюду тут в деревнях вот такие дома, где можно снимать на выходные. Больше тут, наверное, ничем не занимается. Я не знаю, чем тут занимаются люди. Никаких индустриальных районов нету вообще, блин. Ты заметил, Саня? Да, фирма какая-то. Да что это за фирма? Что? Это вообще непонятно, что там. В общем, непонятно, чем тут люди занимаются. Бездельничают, блин. Идем дальше. Река Прюм. Такая вот незатейливая речушка. Недалеко от нас тут есть город Прюм. Городишко, будем так говорить. Ничего примечательного. Ничего примечательного. Вот. Но, тем не менее, речка Прюм. Вон, сейчас я покажу. Так вот называется. Вот так вот. Какой-то деревянный истукан. Здесь даже зоопарк. Но нас он не интересует. Какой-то монумент. Так, сейчас я посмотрю быстро. Надо посмотреть. Монумент. А, это какой-то религиозный монумент. Меньше всего меня интересует. Вот такая вот старая деревня. Очень-очень старая. Ну и пофиг. Ну вот старая деревня. Кафешка. Тут велосипедная дорожка проходит внизу, и она очень удобно стоит, тут кафешка знаменитая какая-то на всех фотках. Все приезжают, тут кофе пьют и пиво, наверное. Нам куда-то туда. Сейчас я все хочу выйти из этой деревни в лес. Ну ничего, декоративная кафешечка. Так, прогулка по лесу обломалась. Мы входим опять в эту же деревню. Называется Дюнебах. Даже есть сайт Дюнебах.де. Что там, не знаю. Вот она, деревня такая вот. Старая вон. Два кошака сидят. Да не бойся ты, что ты. Какой-то хвост поджал. Ну и такие вот цветочки, все классно так. Но старо-старо. Ветхо, старо. Вон там осыпается даже звездка, все. О, и дед сидит. Ага, смотрит. Ну. Вот так вот все. Все старое, непонятно. Одна картинка этой старой деревни, вот непонятность. Ну, явно не жилой дом. Вот такой вот. Двери, которые 100 лет не открывались уже. Вот все такое. Ну и попадаются дома поновее. Ну, все такое бауэрское, старое. Ветхое и некрасивое.